До революции в Кронштадте существовала сеть железных дорог, состоявшая из 16 станций. Сейчас в основном она упразднена и разобрана, хотя в некоторых местах рельсы еще можно найти. Для поездок по самому острову в 1939 году было создано предприятие, названное «Автотранспортная контора города Кронштадта». За время существования сменило несколько наименований, последнее ГАТП-24. Сейчас эта контора ликвидирована, на ее место пришел ОАО «Третий парк». В годы Великой Отечественной войны работники предприятия участвовали в перевозках грузов и пассажиров по малой дороге жизни. После войны до открытия паромной переправы предприятие осуществляло перевозки пассажиров и грузов по ледовым дорогам из Кронштадта в сторону Ломоносова и Лисьего Носа. Впоследствии, в 1980-е годы, для передвижения по городу от летней пристани, на которой прибывали все водные виды транспорта, были открыты автобусные маршруты номер 1, 2 и 3. Сейчас в основном они ходят по тем же маршрутам, что и в начале. Изменения трассы произошли в 19-м квартале для автобусов 2 и 3. Также несколько изменился маршрут номер 1. В связи с островным положением Кронштадта, долгое время добраться до него можно было только морским путем. Первые регулярные пассажирские перевозки начались в 1816 году, когда так называемые пассажботы Чарльза Берда прибывали в Купеческую гавань. Это была первая в России пассажирская линия, просуществовавшая до начала 20 века. В советское время до Кронштадта добирались паромами – Ломоносовским, станция Раненбаум 1, и Сгорской, куда в начале 20 века было построено ответвление в Лисьем Носу от ветки с Приморского вокзала, после Финляндского, на Сестрорецк, которая подходила прямо к парому. Эта ветка была частью малой дороги жизни во время блокады. Сейчас она как пассажирская не действует. Также в Кронштадт можно было добраться с пристани у Тучкового моста на Метеоре. Если паром с Горской ходил в начале века, то Ломоносовский паром открылся в 1969 году. Затем был подкреплен омами. В результате в середине 90-х годов в Ломоносов можно было плавать 15 раз в день. В начале нового века омы были отменены, а после открытия кольцевой автомобильной дороги в 2011 году были отменены и паромы. В 1979 году началось строительство дамбы, и в 1991 году северный участок был построен. В 1992 году впервые отправился в путь автобус из Санкт-Петербурга, наконец соединивший остров с городом. Первоначально этот автобус имел номер 510 и шел от станции метро «Черная речка» с периодичностью раз в 25-40 минут. В дальнейшем разрыв во времени увеличился, и автобусов стало всего 15 в день. В связи с этим в 1999 году жителями города был организован сбор подписей под обращением к губернатору с просьбой увеличить количество автобусов. В 2001 году количество рейсов было увеличено до 28. В 2012 году в расписании было 77 автобусов, впоследствии 90. В связи с тем, что до 1996 года Кронштадт был закрытым городом, автобус в пути имел техническую остановку без посадки и высадки пассажиров для проверки пропусков, разрешающих въезд и выезд из города. Также до этого времени билеты на автобус продавались в билетной кассе на остановке, а не в автобусе. Таким образом, в автобусе не было ни кондукторов, ни контролеров. Контроль осуществлялся водителем на входе. Билетная касса сохранилась только на Кронштадтской конечной остановке на Гражданской улице, но сейчас она никак не используется. Конечная остановка автобуса номер 510 с 15 января 1999 года была перенесена на недавно открытую станцию метро «Старая деревня». С тех пор маршрут автобуса не менялся, менялся только его номер. 27 апреля 2004 года 510 маршрут стал 267, а с 1 января 2005 года – 101. При этом в январе и феврале того же года ходил также и 267 автобус. В сентябре 2004 года в Кронштадт был пущен автобус номер 215 из Сестрорецка, а 14 сентября 2011 года автобус номер 175 соединил Кронштадт с городом Ломоносов.